Ловись, рыбка большая и маленькая. В регионе официально открыт сезон лова семги и горбуши. Правда, только любительского. Об этом сообщает Управление агропромышленного комплекса и торговли. Ловить ценные породы, а именно семгу-горбушу, можно на рыбопромысловых участках Городской и Чайкино. Именно они специально предназначены для любительской и спортивной рыбалки. Правда, без специальной путевки заниматься выловом обитателей Печоры запрещено. Получить документ можно в Ненецком отделении Сефрыбвод. По путевке разрешается за сутки поймать одну семгу и 5 килограммов горбуши сетью с ячеей от 45 до 70 миллиметров. При этом длиной не более 50 метров на одного рыбака-любителя. В ближайшее время начнут выдавать разрешения и на вылов сига, а также других видов рыб.